Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Минулими тижнями і взагалі на початку цього року, на початку січня, країною проходять мирні протести. Протести проти підвищення тарифів на блакитне паливо, на електроенергію, на воду. Говоримо про підвищення, про реакцію на них з доктором економічних наук Сергій Якубовський. Вітаю вас, пане Сергію. Люди виходять. От на Одещині також. Минулого тижня я був на Роздільнянщині, бачив акцію. В Одесі були, в Арцизі була подібна акція. А, можливо, даремно виходять, нехай собі платять. Все законно, все обґрунтовано, нараховано. Як ви вважаєте? Добрий день. Ну, знаете, хорошо, что выходят, потому что, ну, это способ самовыражения, и когда люди свою точку зрения высказывают, это хорошо. Плюс еще заключается в том, что вот наш президент, он хорошо реагирует именно вот на телевизионную картинку, поэтому, когда вот вы, журналисты, это показываете, а репортер, наверное, он смотрит, то это как бы влияет на нее, на него. Что мне не очень нравится в этих протестах, вот почему они начались вот сразу после Нового года? Дело в том, что тарифы начали повышать достаточно жестко уже с ноября месяца. И почему именно вот после Нового года, да, конечно, вот апогей был в конце декабря, когда за 5 дней до Нового года сообщили о новых тарифах, но при этом сказали, вы можете выбрать там нефтегаз, например, в Одессе 7,22, либо 9,85 Одесса газ, если вы не выберете нефтегаз Украины. Ну, перед Новым годом как-то выбирать газ, причем газ-то один и тот же, было сложно. Ну и вот в январе началось. Вот это у меня вопрос. Но надеюсь, что это действительно вот стихийно, и люди наконец-то осознали, насколько на них наживаются. И самое важное, чтобы эти протесты не прекратились, чтобы люди реагировали на такие действия власти. Сейчас это все очень явно проявилось, но вот будут другие действия. Вот, например, в феврале, с февраля немножко снизят тариф, по сравнению с январем. Да, это будет все равно почти в 2 раза выше, чем в августе, но чтобы вот люди продолжали отстаивать свои права, тогда возможны изменения в стране. Если успокоиться, тогда... Или будут только выходить, когда вот сильно припечет, то особых изменений не будет. Щодо обґрунтованості, як це все розраховується? Чи є законними ці цифри, які надав уряд наприкінці року? Тому що, можливо, дійсно там порахували все вірно, все правильно, і залишилося лише пояснити громадянам, що ось ну, така ситуація, панове, ми повинні це прийняти. Знаєте, Віталій, к сожалению, вот тот тариф, который есть сейчас, он абсолютно законен. Вот, к сожалению. Он абсолютно не рыночен, но все так обставлено, что формально, вот как вот Прозоро, есть такая площадка, которой восхищаются европейцы, американцы, она позволяет узаконить коррупцию в Украине, да, потому что прозрачно можно видеть, действительно прозрачно, мы видим, кто сколько зарабатывает, зарабатывает очень много. Ну, раз это все проходит через Прозоро, значит, это законно, это законно. То же самое можно сказать про тарифы. Во многом здесь вина лежит на наших партнерах из МВФ и из Европейского Союза, потому что они нам навязали формулы установления цены на газ, которые существуют в Европейском Союзе. Вот как, почему возникли эти цифры, вот 7,22 на январь нефтегаз Украина, цена за кубометр газа, и 9,85 Одесса газ, да, это один из лидеров в Украине по цене на газ, 9,85. И люди протестуют, но они еще не видели те платежки, которые они получат в феврале за январь. Там цена будет вот почти 10 гривен за кубометр для одессита. То есть это, люди еще почувствуют такой вот шок, еще больше, чем сейчас. Потому что пока протестуют по отношению к декабрьским ценам. Там было на гривню меньше, но тоже очень высоко. И вот европейцы, то ли потому, что они им настолько безразлично, что происходит в Украине, что вот им главное, чтобы в Украине что-то происходило, чтобы они могли отчитаться перед своими избирателями, на что идут деньги, потраченные для Украины. Это вариант возможный. То есть вот пусть вот берем ценообразование в Германии, и пусть украинцы точно так же поступают. У них цена на рынке спот, то есть текущая цена
на газ, который заходит в Германию, она является ключевой для определения цены. И нам навязали формулу, за которую ухватились и президент, и правительство, что цена в Украине будет формироваться, исходя из цен в двух европейских хабах, в Голландии и в Германии, плюс транспортировка газа в Украину. То есть такая прозрачная форма, как прозор. Да, все прозрачно. Берется средневзвешенная цена по двум европейским хабам, плюс почему-то издержки на транспортировку газа в Украину. Почему? Вот я задал вопрос, почему-то, потому что все-таки у нас 14 миллиардов кубометров газа закупил нефтегаз Украина внутри Украины. То есть почему на этот газ нужно еще считать издержки из Германии в Украину, это вопрос. Но вот эта формула, она действует. И она нормальная для Германии. Да, вот есть хаб в Германии, туда заходит газ и транспортировка по Германии. То есть нормально абсолютно. Да? Тем более у них нет хранилищ газовых. Украина – совершенно другое государство. Нам досталось большое наследие от Советского Союза, в том числе в газотранспортной системе. У нас есть хранилища уникальные для Европы, до 40 миллиардов кубометров газа там хранится. И вот летом был рекорд – 28 миллиардов кубометров газа закачал нефтегаз Украины. Причем по той цене, которая тогда была рыночной, и по этой цене он продавал газ населению. Вот на август это была цена чуть меньше 4,5 гривен за газ. И вот это рыночная цена, потому что это издержки на закупку у отечественного газа, импортного. Импортная средневзвешенная цена для нефтегаза была 3,88. Плюс НДС, плюс транспортировка, то есть 5,5, вот это красная цена. Но европейцы решили, пусть Украина, раз у них есть коррупция, то пусть они по вот такой европейской формуле считают цену на газ. Это первый вариант ответа, почему у нас так произошло. Второй вариант, значительно более худший, что европейцы, американцы, они не дураки. Они прекрасно знают, какой уровень коррупции в Украине. Если цена на газ должна быть 4,50, 5, 5,5, а кто-то продает почти за 10, то это деньги у кого-то остаются. Население Украины такое, что вот привыкли, в общем-то, переплачивать за многое. Кто-то аккумулирует миллиарды гривен, потом переведет миллиарды долларов, вывезет из Украины в Европу, в США, потому что там надежнее хранить эти деньги. И потом эти люди будут в полной зависимости от США, от Европы, потому что, вы же понимаете, одно дело там политика, другое дело там миллиарды долларов, которые хранятся в Европе, в офшорах, в США. И эти люди, они полностью подконтрольны тем, кто знает об их злоупотреблении. Вот не случайно один из украинских олигархов спокойно разъезжает по Украине, но много уголовных дел против него в Соединенных Штатах Америки. Да, то есть странно, да, Украина, причем его обвиняют в том, что он незаконно вывез деньги из Украины и на них незаконно купил недвижимость в США. То есть украинцы не обращают внимания на него, а вот американцы, они, в общем-то, уголовное дело, и человек боится покинуть Украину, знаешь, его могут выдать в США. Вот интересный такой феномен. Поэтому, вот, возможен второй вариант, и нам эту форму навязали с тем, чтобы украинские олигархи, которые зарабатывают кто-то на угле, кто-то на газе, кто-то на электричестве, они были подконтрольны европейцам, американцам и, в общем-то, проводили ту политику, которая выгодна им. В любом случае пострадали украинцы. Та формула, которая есть, она несправедлива, потому что в Украине ценообразование не такое, как в Германии, потому что разные газотранспортные системы. И поэтому говорить о том, что вот там цена рыночная под 10 гривен за кубометр газа, это просто ложь, это обман. И то, что сделало правительство, заявив, что вот мы идем навстречу населению, вот мы там уже с февраля, опять-таки, затраты в феврале будут меньше, чем в январе газа, мы устанавливаем предельную цену 6,99 гривен за кубометр газа, который на 30% ниже рыночной. Это неправда, она где-то как раз на 30% выше рыночной. Но, то есть, все равно заработают по этой цене, но не так много, как по 9,85, то, что есть сейчас. Тобто, экстренная нарада у президента за участием министров, это все для відведення очей? Я бы так сказал. Понимаете, вот почему я поддерживаю протесты? Потому что вот, если бы не было протестов, вот президенту абсолютно все равно, сколько заработает крупный бизнес на население. По 10 будет продавать, по 20. Вот для него картинка важна. Да? Вот как было, например, с великим будивництвом Зеленского. Да? 130 миллиардов гривен из бюджета ушло. При этом на заработную плату
из этой суммы, то есть то, что получили люди, которые работали, 5%. То есть, вот давайте посчитаем, там 5-6 миллиардов распределено, опять-таки руководители получили очень большие зарплаты, кто-то меньше, но вот 95% вот внутри бизнес-структур эти деньги ушли. Ну, народ как бы не возмущался, почему? Потому что, ну, вроде как, да, это бюджетные деньги, но это не те деньги, которые платят население. Газ, электричество, люди понимают, да, вот я заплатил деньги, а кто-то там 50% забрался. Вот люди начали возмущаться, президент говорит, подождите, а как же мой рейтинг? А давайте снизим, чтобы рейтинг поддержать. И это сработало, это сработало. Не было бы протеста, было бы 10, 15 и так далее. Поэтому это хорошо, что люди начали выступать, но и это повлияло на президента, который вот боится снижения рейтинга. Но вот и все. То есть по поводу того, чтобы проверить, а кто вообще зарабатывает эти деньги, спросите у СБУ, да, там пенсионерка переплатила в два раза за газ, а кто эти деньги по Украине саккумулировал и кто их потом вывез, да. То есть это, конечно, президент на это не способен, к сожалению. Вплив монополії на ситуацію щодо тарифів, ми не применшуємо його, він дійсно є, тому що я хочу навести приклад, наприклад, той ж обленерго. Ми пам'ятаємо, як ну, в Одесі, беремо от такий самий простий приклад, в Одесі наприкінці року районами вимикали світло через якісь аварії, підстанції виходили з строю, тому що ну, старе обладнання. Керівництво компанії, ми знаємо, воно отримує великі гроші, але обладнання старе і може ремонтуватися годинами, днями. Кілька діб майже проходило до того, як відремонтували, повернули світло на величезні одеські мікрорайони, де мешкають там 300-200 тисяч людей. І до кого звертатися? Ні до мера, ні до губернатора, тільки до керівництва монополії. А воно, я не впевнений, чи кінцевий бенефіціар знаходиться на території нашої країни. Ну, я думаю, що, скоріше всього, навіть да, формально, це компанія з іноземними інвестиціями, тому формально гроші уходять із України. Ну вот что в этой ситуации нужно делать? Вот как с газом и с... Ну, пока что с газом, да? С электроэнергией, думаю, будет позже, потому что мы тоже слышали о том, что, вот, например, рыночный тариф – это там 3,20, 3,30. Вот самое интересное, сейчас тариф гривна 68 киловатт-час. При этом главный производитель дешевой электроэнергии – атомной станции. Вот у них есть свой поставщик на рынке электроэнергии и Энергоатом Украина. И вот 21 декабря они почему-то продали 10 миллионов мегаватт электроэнергии по цене гривна 15 копеек. Вот, да, нам говорят, гривна 68 – это заниженный тариф, должно быть 3,20, 3,30. А государственная компания продает частным компаниям электроэнергию по цене гривны 15. Да, потом частные компании, причем это же на бумаге, да, частные компании они же не производят, как вот облэлектро Одесска, да, они что, производят электроэнергию? Да, они получили в наследство все энергосистемы, они получают электроэнергию, они занимаются только тем, что вот они вот эту электроэнергию перепродают. Так вот, частные компании купили у Энергоатома по гривне 15, а потом выходят на рынок там, и продают гривна 50, гривна 60. Самое интересное, Энергоатом вот продал такой огромный объем электроэнергии, и не факт, что он у него есть. Потом ему для того, чтобы выполнять контракт, нужно закупить электроэнергию, он выходит на рынок и поднимает спрос, поднимает цену. Вот что у нас за рынок. При этом ни СБУ, ни прокуратура вообще не интересуются, вот как такое получается, что государственная компания работает себе в убыток, продает частным компаниям, которые зарабатывают огромные деньги. Поэтому здесь нужно выступать, но опять-таки не против мэра, не против даже самой компании, а обращаться к президенту и требовать, чтобы соответствующие службы, это СБУ, прокуратура, проверила финансовую деятельность одесской компании, других компаний. И вот чего боятся хозяева этих компаний. Да? Потому что сейчас такие технологии, что легко проследить, куда уходят деньги, кто эти деньги получает на свои счета за рубежом. И эти люди, я думаю, не заинтересованы в том, чтобы информация стала доступна для населения, потому что многие из них, в основном это как бы украинские источники этих офшорных компаний, многие из них вот позиционируют себя как вот
либо патриоты, либо кто-то еще, а когда вот бабушки, дедушки, которые переплачивают, узнают, да, кто на самом деле наживается, то, наверное, может быть, что-то поменяется в нашей политике, и люди перестанут верить в бескорыстность многих из тех, кто об этом говорит. Меценати, да. Меценати там десь щось там пожертвував кілька мільйонів, кілька мільярдів повернув через інші джерела. Дякую, Сергій Олексійовичу. Будемо стежити обов'язково за ситуацією в країні і за платіжками будемо стежити. Багато цікавого чекає на нас. Підтримуєте населення, якщо виступаєте, показуєте. Це у нас наш єдиний шанс, тому що от публічність, відкритість, вона може повлияти. Может быть, когда-то наши партнеры из-за рубежа начнут смотреть канал «Репортеры», тоже их позиция поменяется. Но вот это единственный шанс. Дякую. Будемо стежити ситуацію. Успіхів вам і взагалі всій нашій країні в цей нелегкий час. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.